Накануне мы сообщали о праздничных мероприятиях в честь Дня семьи, любви и верности. В Твери они проходили в течение 3 дней. Причем праздничные концерты в городе начались еще в субботу. Подробности в нашем следующем материале выпуска. День семьи, любви и верности отмечается в России уже 16 лет. Связан он с памятью благочестивых князя Петра и княгини Февронии Муромских, которые по православной традиции являются покровителями семейного благополучия и брака. Отмечать этот праздник на государственном уровне значит напоминать о самой замечательной российской традиции – крепкая и многодетная семья. Семья – это не только основа государства и общества, это явление духовное, это основа нравственности. Любовь, наверное, самое светлое чувство, которое вдохновляло и вдохновляет по сей день на свершение самых больших подвигов. Вот таким веселым хороводом отмечали День семьи, любви и верности в поселке Химинститута. Для участников праздника на площади возле ДК «Синтетик» были организованы развлечения на любой вкус. Дети и взрослые преодолевали лабиринт из разноцветных флагов, пекли оладьи в форме сердечек, играли в шашки из подушек, участвовали в конкурсе на знание пословиц и поговорок семейной тематики. Очень важно обращать внимание на это подрастающего поколения, чтобы дети уважали своих родителей, чтобы родители были положительным примером для своих детей, и чтобы мы с вами могли еще раз уделить особое внимание своим близким и порадовать их. 8 июля празднование Дня семьи, любви и верности прошло и в городских библиотеках, клубах по месту жительства, где была подготовлена большая культурная программа.